Добрый день, меня зовут Антон, я руководитель компании X-Profiles. Сегодня мы находимся на нашем центральном складе в городе Москва. Здесь же у нас есть сервисный центр Decker по совместительству, где мы открываем каждый листогиб, настраиваем под определенные площади металла, которая нужна под клиенту, и делаем доставки по всей России. У нас есть листогибы, есть вальцы, есть гильотины, и все это в наличии, и еще много-много разного оборудования. Хотел бы я представить две новинки. Это роликовые листогибы, дисковый роликовый листогиб и радиусный и листогиб для радиусной гибки. Вот такой вот маленький удобный листогиб. Используются они в основном для стали толщиной максимум 0,5 мм, желательно оцинкованный. Ну, также и, можно использовать и бронзу, и разные цветные металлы. Они довольно маленькие, не тяжелые. Удобные в работе, то есть удобные в руках. Самое примечательное то, что сама ручка на этих бендерах, она из дерева, то есть во время даже самой неблагоприятной погоды можно свободно держать ручку, то есть не бояться, что он там соскользнет и так далее. Второй у нас листогиб, это листогиб для радиусной гибки. Используется он, если вдруг нам нужны какие-то изделия, картины, сделанный под радиус, то есть работать им тоже очень легко, то есть в руке он сидит на отлично, то есть сделать гиб, то же самое, гибки по радиусу, им гораздо удобнее, чем, например, обычным одинарным, либо двойными роликовыми листогибами, бендерами. Эти листогибы у нас тоже есть в наличии, мы отправляем их со склада в городе Москва, отправляем любой транспортной компании, в основном это транспортная компания СДЭК, отправляем по всей России. Эти листогибы они у нас всегда есть в наличии. Я хотел бы продемонстрировать вам то изделие, которое можно согнуть на вот таком вот дисковом роликовом листогибе. То есть вот такое вот получается изделие. Такого вот изделия получается, и нужно заметить, что максимальная разрешенная длина металла, которая может входить в этот в листогиб вот сюда, это 32 миллиметра. Это нужно учитывать во время покупки, то есть какой длины вам максимально необходимо изготовить вот такое вот изделие. Спасибо, что посмотрели наш большой видеообзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если будут у вас какие-то предпочтения по работе того или иного оборудования, пишите это в комментариях. Мы читаем, нам это интересно. Спасибо большое за ваши реакции. Всего доброго, до свидания.